Первые проталины. Лед на реках Бия и Катунь начинает менять свою структуру, и пребывание на нем становится все опаснее. Об этом сегодня нам сообщили сотрудники ГИМС, а также напомнили о наиболее проблемных речных участках. По правому берегу, который относится к городу Бийску, значит, выставлены аншлаги. И аншлаги, значит, постоянно, каждый четверг мы с сотрудниками управления ГУЧС оставляем. Если у нас нерадивые жители, значит, вырывают там, портят или что-то делают, если аншлаги по какому-либо случаю, значит, уничтожаются, то мы выставляем новые аншлаги. Предупреждающие об опасности аншлаги также установлены в традиционных местах пеших переходов через Бию. Это поселок Боровое, лесозавод, коммунальный мост, зеленый клин, Пухопировая. Местами толщина льда на Бии по-прежнему достигает метра. Однако на отдельных участках уже составляет порядка 20 сантиметров. На Солнцепеке по правому берегу местами лед отошел от берега. А вот на Катуне рыбакам следует знать, что несмотря на то, что толщина промерзания там более метра, на стремнине уже появились первые серьезные проталины. Сотрудники ГИМС призывают граждан соблюдать осторожность и не выходить на лед.